Друзья, всем привет. Короче, захотелось мне, знаете, что картошечки с курицей, с куриным бульоном. Вот я, короче, почувствовал я картошку. Порезал курицу на кусочки. И вот, видите, поставил варить. Мне нравится, знаете, когда вот именно картошечка с бульоном, с куриным. И кушаешь еще курицу. Крылышко или ножку. Вообще обожаю. Такое простенькое блюдо, но мне нравится. Обожаю куриный бульон. Друзья, ну вот я приготовил картошечку с курочкой, с бульончиком. Все, как я хотел, все, как и полагается. Сейчас буду, короче, есть бульончик, картошечку и вот эту аппетитную курочку. Видите, у меня тут крылышки, ножки. Грудинка. Ну, короче. Вот такая вот вкуснятина. Ладно, друзья, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Ну что, друзья, давайте кушать, да? Куриный бульончик с картошечкой. Блин, я простыл, у меня утром, короче, температура была такая. Мне прям утром проснулся от того, что мне именно колотило именно от холода, что мне холодно было. Такое самочувствие было херовое вообще. Сейчас хоть более-менее нормально себя чувствую. Блин, классно, вкусненько, бульончик, картошечка. Вообще обожаю куриный бульон. Вот она, курочка. Вкусняшка. Блин, классно. Вообще такой бульон офигенный получился. Посолим чуть-чуть. Вкусненько. Вкусненько, вкусненько.
Курочка. Вот такая вот где курочка. Офигенная. С бульончиком. С бульончиком и с картошечкой. Вкусняшка. Да, офигенно. Хочется вот иногда вот курочки с бульончиком, с картошечкой такого незатейливого простого блюда. Классно. Очень вкусно. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Вот, подписывайтесь на мой канал. Всем буду очень рад. Пишите комментарии. Ну и всем пока, всем счастливо. И до новых встреч. Увидимся, друзья.